Неплохо выступает клуб, очень неплохо. Задача минимум сохранить место в лиге по итогам сезона, ну а там, глядишь, если повезет, можно, наверное, и за титул даже побороться. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ничем интересным не закончилась эта атака. Будет удар от ворот. Никого из адресатов там нет, будет аут. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Отлично сыграно, надо решать. Мяч летит в сторону ворот. Это угловой удар. И вот место подачи, розыгрыш угловой. Навес в штрафную. Нелег мяч на ногу, выше ворот. Фарфан. Мяч перешел к другой команде. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Тут может что-то получиться. Фарфан. Так, только не останавливайся, дальше двигай. Вот как надо играть в защите. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Аут. Камачо Барно. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Мяч за боковой линией. Пока неплохо. Надежно играет защитник. Атака прервана. Пирло потащил один удар, но может быть и второй. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Контратака продолжается. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Дает тут защита время на обработку мяча. Фарфан. Позил. Навешивать надо. Тут защита надежно отработала, атака прервана. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И мяч в руках у голкипера. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы.
Потерял он мяч, но кому он достанется? Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Озил. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мяч будет введен из аута. Подача! Чей мяч будет? Забирает мяч голкипер. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать. Он накручивает соперника. Момент. Нет, офсайд. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Может получиться интересная атака. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Озил. Видаль. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Для вратаря такие удары размит. Посмотрим за этой атакой. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Нет, не дошел этот пас до адреса. На пару решили разыграть эту комбинацию. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Не торопится арбитр. Нужно забивать и выходить вперед. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Ну и делать тут что-то надо. Перехват в центральной зоне. 3 минуты будет добавлено. Пока неплохо. Могли забить, если бы не защитник. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Проходит передача, что он придумает. И гол он забивает. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. Да, наверное, команда подсела к концу тайма, но не стоило сейчас пропускать. Да, гол в раздевалку поднимает. Заканчивается. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Это может быть опасно. Фарфан видит игрок. Может быть интересно. Будет угловой, и это шанс создать что-то у ворот соперника. Озил. Опасный удар.
счастью для вратаря, если бы удар пришелся в створ, скорее всего, был бы гол. Просят поторопиться игроков-хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Арбитр назначает штрафной. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Защита справляется. Какой-то, знаете, между собой. Это может быть опасно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч летит в сторону ворот. Атака продолжается, судья дает играть. Фарфан. Это может быть опасная атака. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Еще много времени до конца матча. 30 минут. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Озил. Видаль. Отлично сыграно. Надо решать. В этой атаке оборону пройти не удалось. Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Такие передачи... Хороший по задумке пас. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Кажется... Есть адрес у этой передачи. Момент для удара. Перекладина. Мяч за боковой линией. Отличный пас. И пробил. Красиво сыграл Матай. В центр штрафной подан мяч с угла. Бить надо и сравнивать счет. Не увенчалось успехом эта атака. Пока неплохо. Будет навес. Справились игроки обороны. Могут перевести дух. Фертонги. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. От ворот. А вот и повтор опасного момента.
Посмотрим за этой атакой. Отличный отбор мяча. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Тут может что-то получиться. Получает он эту передачу. Может быть опасно. Судья показывает, что будет угловой. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Мяч не дошел до адреса. Защитник надежный. Фарфан. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Передача голкиперу. Медленно развивается атака. Все решится в ближайшее время. Ух, какая нас ждет концовка. Отлично сыграно. Надо решать. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Удар нужен! И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Кардозу Мендиш. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Пирло.